Наше поздравление сегодня ветеранам, ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам Афганистана, тем, кто служил в горячих точках, защищая интересы Отечества. Ну и, конечно, всем тем, кто сегодня стоит на защите нашей страны и защищает ее интересы. Главного вам всем здоровья, благополучия, ну и, конечно, мирного неба. Я искренне от имени Совета Федерации, Верхней Палаты Федерального Собрания Российской Федерации, от имени московского правительства, я сегодня утром встречалась с Анастасией Владимировной Раковой, она просила меня передать это, от имени Московской городской думы, которую я представляю вот уже 9 лет в Совете Федерации, искренне и от моего детища Благовеста поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Желаю вам мира, добра, крепкого здоровья на долгие годы. И обязательно хочу прочитать вам строчки, всего лишь две строчки стихотворения, которое в равной степени относится ко всем без исключения нашим защитникам Отечества. «Носите ордена». Они вам за победу, за раны ваши честные даны. The world's stage, and each must be lost.